Всем привет! Сегодня я расскажу интересные, а может и не очень, факты о тюне. Присаживайтесь поудобнее, и я начинаю. Тюн является нотой женского пола. Появлялся он как персонаж лишь в игре BZOMO5B вместе с вафлей и лего-кирпичиком. Когда только мы их встречаем, их обоих можно сбросить в яму и убить. Во время смерти тюн выглядит так. Ее можно использовать для получения победного жетона. По словам вафли, она не разговорчивая и все время в игре погружена в музыку. К слову, в отборе персонажей для игры тюн заняла первое место. Тюн также появляется как рекомендованный персонаж в BZB13 с названием «Поглядите на эти брови». В BZB23 она снова появляется в конце видео среди фанатских персонажей уже со своим обычным названием. И в TPOT2 вдвойка рисует ее на бумаге. У Тюна нет рта. В Object Mayhem есть персонаж Тюн, созданный тем же человеком. Однако, в отличие от Тюна, он говорит, имеет рот. Ну а на этом все. Всем удачи и пока.